Вино, давай вон, одевайся. Что, внутри горит? Я думал, крыша. Давай вторую линию, с другой стороны там, чё? Где горение? Я не вижу ничего. Я в комнате сказал. В этой? Да. Да, вот здесь, давай линию. Открытое горение сбили мы. Залази на крышу, проверяй. Ну, я имею в виду, что на будущее. Здравствуйте. Вы куда? Не лезь, не лезь, не лезь. Вы куда? Куда пошли? Заходите, не надо. Сейчас кто-нибудь на голову где-нибудь упадет, там наши ковыряются. Что не сгорело? Ничего, ничего. Ну, не все там. Не лезь, не лезь, не лезь, Надя. Женщина, мы сейчас отвечать за вас будем там. Куда вы идете? Нельзя туда, выходите. Сейчас надышитесь, отравитесь. На улице бегает. Идите, идите. Я туда зайду. Можно так куда вы зайдете, там я заходить. Там... Надя, не заходи! Надя! Женщина, вы... Там да наши... Прекрати! Наши на крышу лазит, чуть на голову упадет. Прекрати, Надя. Там яд сплошной, там... Я знаю. Отравитесь. Я... Вот тем более. Меня. Да ладно ты со... Вы что? Если на голову что-нибудь упадет еще. Я вот здесь с краю только гляну, да и не все. Не надо ничего успокоиться. Пожалуйста. Уже Надя. Ничего не изменишь, уже все, что... Надя, я просто посмотрю, пусти меня. Стой, стой. Посмотри, ты хочешь все посмотреть? Все, здесь стойте. Кухня сгорела у вас. Все, все. Выходите. Выходите, выходите. Дом целый. Пошли дышать нечего. Есть у вас валерьянка какая-нибудь, что-нибудь? Дайте. У соседей возьмите, вон соседи стоят. Дайте успокоительное что-нибудь с хозяйки. Валерьянка, да? Валерьянка у меня пошла. Стой, жену держи, хозяин. Держите ее, не пускай, Илья. А вы не хотите там дышать, дышать нечего. Держите валерьянки, выпейте. Вот соседка принесла. Валерьянку можно же вам? Вы не ходите, сейчас надышитесь, вам плохо будет. Это... Где-то целый? Нет. Там целый он, то есть, в это... Где, комната ноутбук, целый? Да? А это большой, целый? Там в комнате все целое. Целый, целый. Кухня здесь, вот здесь выбирала. Кухня, выходите, сейчас отравитесь. Яд очень это, воздух ядовитый вообще. Тут еще не вывез вас ничего. Там нормально, там дырка просто.
Сейчас его выветрится, потом посмотрим, что там дальше. Осталось, не осталось.